Всем привет! Привет! Это обзор пустых баночек, часть вторая аж. Да, первая часть была длиннющая, поэтому я решила ее закончить. Ну что, тут у меня просто огромное количество всего. Давайте же начнем смотреть. Итак, очень нравятся мне влажные салфетки для очищения кожаных изделий. Просто шикарно. Это и обувь, и сумки, и, в общем, все-все-все. Но они у нас лежат дома, или мы берем их с собой в поездку. Ну, такой пакетище, просто куда его положишь в сумочку, да, 305-51. Классные. Далее, влажные салфетки универсальные чистища. Действительно, то, что нужно в дом, артикул 305-50. От всего, еще и с антибактериальным эффектом, протереть можно все, что угодно. Вот абсолютно любую грязь. Очень нравится. 30 штук в упаковочке. Так, дальше прокладки. Так, это у нас идут ежедневки. 20 штучек в упаковочке, 112,88, очень хорошие у нас прокладки. Это прокладки старая версия, это прокладки новая версия. Но могу сказать, что практически ничем они не отличаются, что очень мега радует. Значит, с артиклом 112,89 дневные прокладки с неоновым чипом. Он предотвращает различные воспаления и так далее. Очень хорошо работают, 10 штук. Так, это ежедневка, а это у нас, получается, ночные прокладки с неоновым чипом. Так, артикул, вот не помню, это старая или новая версия, артикул 112,95. Прям шикарные. Дальше два крема для тела закончилось. Знаете, не знаю, какой лучше. Оба классные. Вот, тут 6% масла шиа. Оно, конечно, питает намного лучше, намного сильнее. Да, то есть тут у меня немножечко его осталось. В общем-то, и оно у него очень сильно мега яркий аромат. Просто великолепный яркий аромат. И оно впитывается очень хорошо после душа. Я с ним прям вот кайфую, честно скажу. 26,50 артикул. Это... наверное, самое лучшее масло, не масло, а крем для лица, рук и тела. Но я его называю масло, потому что тут 6% аж масла ши. И необъяснимо крутая у него крутое действие. Просто вот в душ сходил, и до следующего душа ты кайфуешь, кожа мягкая, клевая, классная, после душа нанес. Это же масло, да, оно идет такое, вот видите, желтоватое уже. И у него более нежный аромат, но оно тоже идет с кучей масел. Это значит омега-3679 как раз. Также для и лица, и для тела, и для рук. Но все, что такое вот универсальное, для лица я не использую. У меня кремы другие для лица. Это чисто для тела, 29-24. Ну, очень вкусненькое такое, приятненькое. У него нежный такой аромат, и оно тоже мега хорошо питает. Вот прям не знаю, какой из них лучше. У этого может быть ярче аромат, у этого может быть менее такой сильный аромат. Но они оба такие, знаете, супер питательные, маслянистые, хорошо впитываются. Постельному белью, если душ был на ночь, вы не прилипнете. Все как бы здорово. Мне нравится. Так, дальше. Кушон Baby Face. Уже свое отслужил, как вы видите. Хотя тут еще много-много-много. У него просто наишикарнейшее перекрытие идет, да, видите, раз и нету ничего. Очень мне нравится, но это у меня кушоны вообще, я их очень люблю брать в дорогу, на какие-либо фотосессии и так далее. В жару я очень часто, прежде чем сторис снимать, если у меня есть какой-то прыщик, я шлепну и прыщик закрою. Это артикул 6170, и могу сказать, что иногда и, вот видите, какой он у меня уже старенький, даже не протирается, иногда и на потное лицо шлепну и так, поэтому пора от него уже избавляться. Дальше, 6171, артикул тоже был кушон, тоже вот недавно только достала у себя из сумочки. Он мне слегка желтоват, темноват, поэтому я им очень редко пользовалась. Видите, какой желтушный. Для меня это, ну, как бы вообще никуда. Поэтому он у меня пролежал долгое время открытым. Больше года, наверное. Я им иногда делала какой-либо контуринг очень хорошо. Вот тут нету нигде, да, но на упаковке точно написано, что годен с момента вскрытия 6 месяцев. Если он не вскрыт, то смотреть по сроку годности, если он закрытый. А если вскрыт, то 6 месяцев. А я им пропользовалась даже больше уже года, поэтому все, хватит, убираю. Далее такое вот мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом земляники. Мягко, эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук, подсушивает. Все-таки скажу честно, большой объем, 300 мл, запахи удаляет просто на ура, супер, супер. Также можно мыть им и кошачьи лотки,
мало ли что-то где-то, какой-то запах, тоже все ими можно мыть. Дальше, значит, гель для бритья 2571, орхидея и масло муру-муру. Действительно, хороший очень гель для бритья. Я сейчас очень часто им пользуюсь, гелем для бритья, поэтому он у меня ушел аж две штучки. С артикулом 2716 гель для бритья, опять-таки, для мужа. Он любит эту вещь, говорит, что гелем намного удобнее, чем пеной для бритья. Пена для бритья тоже кончилась, но это Вика занималась дефектологом. С артикулом 0533. У нас отличные вообще пены, но Антон много всяких там родинок, неровностей, он их постоянно режет из-за того, что сквозь пену невозможно увидеть все вот это вот, как сказать, выпуклости, да. И из-за этого получается такая дилемма, что он любит больше гель, чем пену для бритья. Дальше, моя любимая, наверное, умывалка, артикул 5807, очень хорошо очищает кожу, Global Oxygen, прям великолепное качество. Блюм, это идет сыворотка 55+, активное омоложение кожи с артикулом 0153. Она идет для всех типов кожи, без парабенов, как бы антивозрастной уход. Очень понравилась, скажу вам честно, даже могу загуглить ее состав, да, поставьте на паузу, кому нужен состав, да, вот посмотрите. Ну, описания тут нету, описание оно идет на сайте, но очень хорошо оно мне помогает. Действительно антивозраст. Действительно хорошая очень сыворотка. Можно даже такая светленькая, приятненькая. Да? У нее очень яркий аромат. Скорее всего фиалки, что-то такое фиалковое, очень яркое. И сыворотка прям реально мгновенно очень хорошо впитывается. Поэтому я очень люблю эту сыворотку, очень часто ее заказываю. Особенно там карточки «Твой бонус» бывают, да, купоны. Я могу нашлепать ее побольше. Дальше вот такие вот капельки. Signum 31, 158, 60. Это мы Викуське смазываем глазки. У нее зрение все время садится, а мы ей мажем, помогаем. Биорегулятор ткани глаза на основе сигнальных пептидов. Но эти капельки нельзя капать в глаза, их нужно смазывать веки около глаз, то есть таким образом. Дальше, как я его назвала, это недоразумение. Артикул 1351, 15 мл, мини-кислородный бальзам. Ну, нам это на один зуб в нашей семье, потому что я кислородный бальзам добавляю по капельке в каждое нанесение кремов, везде-везде, там какое-то раздражение я могу нанести на раздражение ребенку, мужу, себе, старшей дочке. Вы просто понимаете, да, какой круговерть продукции. Нам вот это вот дня на три, вот эта пимпочка. Ну, как бы компания Faberlic сказала, что это что-то типа дорожного варианта кислородного бальзама. Это концентрат вообще Novoftemo 2. Но, честно сказать, нам в дорогу это, ну, ни о чем. Я беру три штуки. Если мы едем куда-то там отдыхать, тем более загорать, я беру три штуки, не меньше. Дальше очень классная сыворотка Гардерика. Клеточный крем вот недавно закончился. Ну, недостатки видите сами. Вот, попробуйте, вы их достаньте. Нужно ставить наоборот и вот долго-долго стучать, чтобы что-то произошло, как бы вот это вот все, конечно, сильно напрягает, да и руку не очень приятно, да, но сам крем, он мега обворожителен, но вот эти остатки, так как вот эта штучка не до конца, вы никак не достанете, только если вот ставить его вот так вот долго-долго наоборот, долго-долго встряхивать как градусником, и может быть эти, вот так он как будто пустой, да, а потом он постоит, и вот столько много, тупо вот так ставить, и вот что тут осталось, вот так вот смазывать. В общем, вот это только неудобно, потому что упаковочка стеклянная. По действию скажу, эффект налицо. Обожаю сыворотки Faberlic, прям реальный эффект налицо. Кожа реально свежая, клевая, классная. Дальше. Этого, по-моему, больше нет на сайте, но он мне очень нравился. Очень жаль, что нам пришлось с ним расстаться. Но у меня еще сколько-то осталось. Очень хорошо помогает обветренным ручкам Викиным. Это бальзам «Первая помощь», 1701 артикул. Тут огромное количество трав, которые помогают заживлять. Так, уход за лицом. Мицеллярная вода с артикулом 2819. Очень хорошо очищает кожу, плюс увлажняет. И, конечно же, тоник. Наносим его перед тем, как наносить крем. То есть тонизируем, и крем лучше еще усваивается, чем усваивался до этого. Артикул 2821, классный суперский тоник. Дальше, вот такой вот универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Артикул 15815, очень он мне нравится. Он идет от всего. Помощь при проблемах с костями и суставами, восстановление саморегуляции, усиление регенерации, омоложение кожи, природные технологии, помощь при проблемах с костями и суставами, глубокое проникновение, гармонизация регуляторных функций соединительной ткани, поддержка иммунной системы, дружественность микрофлоре и геропротекторное действие. В общем, штука классная, крутая, я его мажу везде. Если его перемешать с этим же вот кислородным бальзамом,
Да, есть бы нормальная большая версия этого кислородного бальзама, то очень шикарно получается действие, вообще просто бомбовое. Дальше, вот этого нет в наличии, артикул смысла нет говорить. Очень классное масло с монардой, витамином Е. Наношу его на ногти, наносила, вернее, его на ногти ног в основном, потому что руки как-то все кремы-кремы, а ноги как-то вот все мимо-мимо. И у меня начал врезаться ноготь туда-сюда, и я как-то начала им капать, и ногти больше не врезаются, хотя уже весна. Понимаете, да, весна, а ногти не врезаются. Ну, у меня еще очень хороший мастер педикюра есть. Дальше с артиклом 2141 зубная паста детская, клубничная. Дальше три таких вот классных маловтелинчика. Ими у меня пользуется и старшая дочка, и где-то младшая дочка, тоже от раздражения, от всего. Люблю маловтелин перемешивать с кислородным бальзамом, только маленькую версию больше не возьму. Это слишком мало, я его заказывала по VIP-новинкам, показать, что это все. Ну и Signum One, то есть всего по капельке, и наносите на любое раздражение, у вас начинает все проходить. Насморк наносите в зону носа, межбровную зону, да, вот это все нанесли и внутрь, и снаружи можно. Кстати, вот тут недавно я провела эксперимент вот с этим Signum One. Он все равно должен скоро появиться в наличии. Честно скажу, штук 5 как минимум закажу, несмотря на его дорогущую цену. Вот знаете, заболело горло. Горло заболело сильно. Ну, глотать. Просто само по себе, вот даже сидишь и молчишь, и все равно болит. Я взяла его на палец, побольше выдавила и прямо внутри глотку смазала. Все прошло. Я в шоке. В общем, крутая штука. Можно и внутрь, и снаружи. Маловтилин как самостоятельное средство и так уже очень супер-мега крутое. Но еще, если его перемешать с кислородным бальзамом и с Signum One, вообще взрыв эмоций. Артикул 709-12. Тут тоже и масло шии, и заживлять им можно, и в нос его мажут от насморка. Я придумала такую синергию, думаю, дай попробуем. Мне надо было быстро, чтобы у меня прошла простуда на лице. Мне надо было быстро. Вот она у меня быстро и прошла. Так, дальше. Вот такая красота с артикулом 0856. Это ночная маска для лица. На сайте я ее не нашла, но она мне очень нравится. Они у меня такие маски стоят в ванной, и я их иногда после душа, когда поздно иду в душ, уже устала, ничего не хочу, но привычка что-то да намазать надо. Ну вот надо и все, тут точка. Вот как раз такие масочки я использую. Супер маска. Далее. Эта маска смываемая. Не нравится мне, что я не могу всю ее до конца вот достать. Вот смотрите, там реально много, и ее не вытряхнешь, не вытрясешь, ничего с ней не сделаешь. Хотя вроде бы эта штучка до конца, но она не работает, она не выпускает ничего. Вот, поэтому не знаю, буду ли я еще брать. Я пыталась, видите, все изморала, пыталась выковырять. У меня ничего не получается, хотя действие отличное. Но вот ровно два применения, да, то есть вот столько я не смогла выковырить. То есть вот только этим, вот этим только можно пользоваться, а вот это уже все. Хотя маска сама по себе шикарная. Артикул 0857, она пузырится, вы становитесь таким голубым пушистым мишком, как мы смеемся, и сразу она вызывает такой прекрасный цвет лица, разглаживает как-то вот лицо, оно такое свежее, хорошее становится. Дальше, влажная туалетная бумага, как обычно, тут у меня, во-первых, такого больше на сайте нет. Во-вторых, у меня вот эта штучка выпала. В-третьих, он открыт, я не знаю сколько, но точно больше года. Поэтому я решила, что раз у меня таких палеты еще две есть новых версий в квадратной упаковочке, это я уже просто выкину. Дальше. Такого, по-моему, тоже больше нету. Тональное средство с сиянием. Оно мне не нравилось. И честно скажу, что половину упаковки я выкидываю. Тут не меньше половины. Это во-первых. Во-вторых, у него, походу, уже вышел срок. Я его хранила. И вот я не понимаю эту полупрозрачные блески, а перекрытие-то где? То есть не поняла. Хотя SPF 25 тоже хорошо, тоже круто. Дальше. Бироэл. Крем для век. К сожалению, сейчас артикулов на упаковках не дают. Но я думаю, что эту линейку, ну блин, ее знают, наверное, все. Прошу прощения за сленг. Так, сейчас попытаюсь выдавить этот кремчик. Это просто сказка. Закажу еще раз. Я дарила такой всем на Новый год девчонкам. Девчонки теперь у меня все перешли на него. Говорят, хочу только эту линейку, только эту серию. Но на 8 марта я им заказывала Van Wyck Miracle все-таки. Отличный просто крем. Действительно разглаживает. Действительно, вот знаете, вообще после 40 кожа не только требует ухода, но еще и какого-то фейс-фитнеса или хотя бы массажа лица для тех, кто не колется. Вот я ни разу еще никаких уколов не делала. Как-то помню, мне подруга в шею поколола укольчики, ну и все, я больше как-то, не знаю, не захотела. И могу вам сказать, что заломы, как бы, да, если уже
мышцы лица пошли вниз, мы не используем ни гуашу, ничего, это, конечно, одно. Но кожа, она реально разглаживается. Вот мне недавно, просто я почему на этом заострилась, мне недавно на ютубе написали, мазала, 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 а брыли не ушли. То есть лицо стало ровным, а мышцы, они все равно опускаются, опускаются. Это все равно надо что-то делать, ребят. Другое, крем, он разглаживает кожу, но он же не проникает внутрь мышц и не заставляет их подтягиваться. Тут как бы два в одном надо делать уже, если за 40, я так понимаю. Вот я недавно проходила на массаж, но могу сказать, что да, эффект шикарный. Я ходила только со своими кремами и сказала, что мне кроме своих кремов ничего не надо. Вообще они мне там масло какое-то виноградное предложили, да, но я все-таки решила, что капайте свое масло мне в крем. Да, таким вот образом. Я не скажу, что... А вот, кстати, полноценная версия кислородного бальзама моего любимого. Артикул 5806. А вот это вот недоверсия мелкая. Ну, мне его вообще никуда, если честно. Мало. Мало. Дальше. Очень классная штука с артикулом 0256. Легендарный кислород. Это спрей. Можно замораживать кубиками льда лицо, протирать. В общем, тут у него очень много функций. И главная функция – это восстановить и сильно-сильно-мега-сильно увлажнить. А вот. И в жару этот спрей просто мана небесная, когда вы особенно где-то на экскурсии, в какой-то жаре, когда вы не можете, это вообще шикарно, потому что у него есть еще такой легкий охлаждающий эффект, который в жару не кажется таким легким, кажется наоборот самое-самое то. Так, патчи. У меня закончились все патчи. Ага. Это Vanvic Miracle, которые очень хорошо работают, стирают морщинки 0948. Мне понравился. Дальше Океанум патчи. Они почему-то нравятся все равно больше всех. Во-первых, они идут большие, да, эти патчи. Но их тут нету в наличии, но они прям, видите, эти мелкие, а эти крупные. И во-вторых, они реально хорошо увлажняют. И такое у них действие хорошее, прям наипрекраснейшее. Так, закончилась у меня Шанти парфюмерная водичка, очень мега вкусная, я ее прям обожаю, если честно. Она еще идет с зен-комплексом успокаивающим, да, с изюминкой. Я обожаю этот аромат, он мне напоминает Always Today Tomorrow от Avon, но он вкуснее, лично, по мне он вкуснее. Еще одна сыворотка закончилась, представляете, сколько месяцев я не снимала пустышки. Это сыворотка Renovage, Renovage это вообще пептидная, там супер пептидная косметика, очень крутая, значит, артикул 0785. Она так и называется, сыворотка-активатор жизненных сил. Революционная, антивозрастная, борется с морщинами, провисаниями, устраняет тусклость, придает коже эластичность и упругость. Да, вот такая вот она. Как будто немножечко такая маслянистая, но на самом деле впитывается очень быстро. И она мне напоминает нашу новую сыворотку от B-Royal. Вообще очень сильно напоминает. В общем, красотища. Красотища еще та. Инновационный пептид борется с признаками старения, активизирует гены долголетия, способствует сокращению вертикальных морщин и гусиных лапок. Комплекс, состоящий из 4 пептидов, реконструирует кожные ткани, укрепляет кожу и восстанавливает пропорции лица. В общем, очень крутая сыворотка. А, кстати, Renovage 55+. Но когда я посмотрела Риму Корнееву, и она сказала, что без разницы, сколько вам лет, если кожи не надо, она не возьмет, я сейчас вообще не боюсь, по возрастам не делю. Все-таки, если это сказал главный дерматокосметолог компании Faberlic, я считаю, что ну, как бы нет основания не доверять. Так, далее тоже 15 мл с артикулом 1308, с очень ярким ароматом, такая вот красота, BioGlow, я не знаю, а вот, смотрите-ка, даже есть, в общем, у меня руки будут из-за моих обзоров самые-самые молодые. У меня и так они уже, не знаю, скоро в руки младенца превратятся. Намажу на них все подряд. Я думала, у меня все закончилось. Вроде бы трясла. Артикул 1308. Эта сыворотка идет с биотехнологическим комплексом с витамином С. Стимулирует естественные механизмы обновления и детоксикации кожи. Стимулирует синтез коллагена. Улучшает цвет лица и придает сияние. Обеспечивает антиоксидантную защиту и способствует самовосстановлению кожи. Ниацинамид выравнивает рельеф кожи, повышает ее эластичность, усиливает барьерные функции, способность кожи удерживать влагу и также способствует клеточному обновлению. В общем, такая вот крутая штука. Плюс еще и с комплексом Novaftemo 2 тут идет. Это запатентованная технология доставки молекулярного кислорода и глубокие слои кожи, которая улучшает клеточное дыхание, активизирует обменные процессы в клетках кожи и стимулирует локальную микроциркуляцию. Вообще круто, ребят. Вот такая вот малышка столько много всего делает. Дальше.
упала. Да, моя любимая пудра Blior, она мне слегка темновата, но я ей пользуюсь редко. И она меня спасает тогда, когда я пользуюсь, ну, вы знаете, наверное, из какой-то жадности или меня не приучили, там, взял, снял обзор, выкинул, если цвет не подходит. Допустим, там, тонального крема какого-то нет. Я его все равно буду допользовать, я его все равно буду дорасходовать. Когда слишком светлый, да, тональный крем, лично для меня, я потом Blior'ом покрываю, и получается великолепно. Но если тон мне темноват, то, конечно, эта пудра еще сильнее утемняет, и тогда совсем темно. В общем, Blior эффект отличная пудра, но темновато для меня, но в некоторых случаях мне и нужна темноватая, поэтому вот я и пользовалась, тут по краям сколько-то оставалось, но вот все уже закончилось. Абсолютно. Уже кончики просто отломились, начали рассыпаться, разваливаться остатки. Там, ну, буквально чуть-чуть было. Но вот если 9,5 грамм, то вот 0,005 грамм и оставалось, в общем, честно это сказать. Далее, артикул 5808. Такая вот палетка, она мне безумно тоже очень-очень нравилась. В большинстве случаев я ей делала макияж целиком. То есть я нанесла тональный крем, нанесла какую-либо из пудр. Видите, у меня Blior подписано. Да, нанесла какую-либо из пудр и начинала. Это у меня глаза, это у меня бронзер скульптор, это у меня румяна получались, да. А это у меня, может быть, подложка под тень или еще что-то, но, видите, я не до конца его не израсходовала. А это у меня уже типа хайлайтера. Очень нравилось, берешь кисть, шах-шух-шух и вах-вах-вах на лицо, и все. Как бы проблем нет, и мне не надо было отдельно брать там пудру, ой, пудру надо было, да, то есть румяна, бронзер, контуринг, хайлайтер, тени для век, вот это все, да, по полочкам. Мне нужна была тушь, подводка, вот эти тени и пудра с тоналкой. Все. То есть я в дорогу очень любила это средство брать. Всегда красив, зеркало большое, всегда можешь подкраситься. Все, красота. Очень нравилось. Из-за зеркала, во-первых, да, то есть оно, пусть оно сейчас и грязное, да, но оно здоровенное, оно классное, оно удобное. Вот, очень супер, мега прямо нравилось. Жаль, что такое больше, по идее, не выпускают. Дальше, значит, обновляющая маска для лица Возрождение. Тоже время от времени такие маски делают 2.0.70. Так, это, кстати, на днях делала. Это 3 в одном, получается, натуральная маска Detox для лица с артиклом 66.99. Почему 3 в одном? Она, во-первых, идет для уменьшения жирного блеска. Второе, для глубокого очищения и сужения пор. Ей можно просто 2-3 раза в неделю умываться. И третье, она идет для выравнивания тона кожи, использовать как гаммаж 2-3 раза в неделю. То есть ей можно и скрабировать, и умываться, и что хотите, делайте, да. Но глаза все-таки я ей не рекомендую, потому что нежную кожу век можно поцарапать ей. Все-таки там есть очень нежный гаммажик такой, и я не рекомендую, вот серьезно. Дальше, значит, спрей антиперспирант у нас с вами. Это пользуется в основном муж, до 3 дней. Артикул 26.79. Очень классный спрей, муж прям мега доволен. Ну, сейчас он закончился, и прямо великолепно, нет никаких нареканий к нему. Прям вещь, да, которую долго ждали в компании Faberlic, и наконец-то она пришла, и он с превеликим удовольствием сходил в душ, попользовался, и никогда от него никаких посторонних запахов вообще не бывает. Это круто. Так, дальше, значит, хлорелла плюс спирулина воры доросли для Викуси. Она у меня их пьет с артиклом 157-57 в каждом у меня обзоре. Дальше ростки пшеницы Витграсс тоже пьет Викуся, потому что она зелень кушать отказывается, абсолютно любую зелень. Ей наплевать, какая она, вообще никакой не ест, понимаете? С артиклом 157-68. Дальше, значит, поехали, да, у меня тут антиоксидант комплекс. Ну, чем меньше наш организм окисляется, тем дольше мы живем. Антиоксидант комплекс, очень хорошая штука. Дальше, ливер саппорт. Вот с чего нужно начинать пить БАДы, это поддержка печени и поддержка кишечника. Вот серьезно, месяца 3 попили, уже почувствовали себя лучше. Дальше эндокринная система для женщин. Я попила эндокринку для женщин, но вот Севда Абасова, помните, да, на цифровом форуме снимала, как она резко похудела на этой эндокринке. У меня, к сожалению, так не получилось резко похудеть, как у нее. То есть, ну, у каждой женщины свое, как говорится. Но я ее пропила, она дает мега много энергии. И мне мой врач сказала, раз энергии много тебе дается, значит, что-то вот у тебя не хватает. Да, действительно, да. Но там и состав очень такой богатый на травы. Дальше про и пребиотики. Их сейчас нет на сайте. Надеюсь, что они появятся. Очень крутая штука. Проходит полностью все. Не знаю, если у человека изжога, газа какое-то образование чрезмерное, еще что-то. Вот все проходит, да, вот пребиотики. Конечно, хорошую микрофлору нужно поддерживать, да, симбионтную. Дальше у нас идет вот такой вот комплекс для укрепления волос и ногтей. С превеликим удовольствием пропила. Могу сказать, что, ну вот, ногти
вот прям вам показываю, да, видите, докуда они отросли уже, да, я думаю, заметно. Вот это меньше, чем за 5 дней. Вот так ногти растут. То есть я маникюр делаю каждые 2 недели. У меня мастер приезжает и говорит: господи, девочки ходят по 2 месяца, у них отрастает пол ногтя. А ты, говорит, каждые 2 недели, и у меня вот столько вот отрастает. То есть я считаю, что мне всего хватает, пока вот не пью. Дальше эндокринная система для мужчин. Антон тоже борется с лишним весом все время, и мы решили вместе с ним пропить. Он тоже обратил внимание, что пока он пил, ему легче было даже в спортзал ходить, то есть энергии больше, лучше. Также я пью перед ужином за 40 минут до еды вот такую красоту. Это контроль сахара. Он помогает с тягой к сладкому, конечно же, снижает тягу к сладкому и так далее. И если есть предвестники сахарного диабета, то он надолго-надолго его отложит. И мой врач сказала, что так вот 2 штучки в день ты 3 месяца попила за 40 минут до еды, а потом можешь по 1 штучке пожизненно пить, так как у меня есть, ну, проблемы с лишним весом у меня есть. Дальше, Vision Support. Ребят, мега штука. У меня начало садиться зрение, которое идет, вот, близорукость, да, началась. И я вам могу сказать, что это просто шикарно. Я начала снова видеть полностью всю аннотацию, полностью все буквы. Я их не видела, я вам клянусь. Это очень крутая штука. У меня сейчас ее пьет моя дочь 10-леточка. И вот мы еще смазываем вот этим Signum 31. Но это просто невероятно. Я такого ни в одних БАДах не встречала. Я в шоке. Тоже пьется за 40 минут, там, до завтрака, до обеда, до ужина, чтобы желудок был голодный. Они тогда на 100% будут усваиваться, как мне говорит мой врач. Живица. Ну, она для всего. Тут и омега, и все. Это сосуды, это иммунитет. 157-28. Можно пить по 5 штучек 3 раза в день, если начал заболевать. Она поможет. Далее, Брюбери. Это тоже черника. Я тоже ее пропила для глаз. То есть, вот это для глаз и вот это для глаз. Я посмотрела, составчики такие, ну, как бы разненькие. И решила то и другое пропить. Артикул 157-26. Ну, вот если эта черника, она мега дешевая, то вот это вот уже как бы подороже, около 1000 рублей, чуть больше даже 1000 рублей. А это рублей как бы 300. Ну, разница есть, но я то и другое решила попить. Дальше допиваем коэнзим Q10 от Фитополис и будем переходить на более крутой состав коэнзима Q10 от молекулы Force. Вот на этот будем переходить. Для меня, в принципе, это мега важно. Значит, артикул 158-37. Мой врач сказал, что это круче, это лучше, это вообще несравнимо. Если тут коэнзим Q10 в чистом виде, то тут еще вдобавок много чего есть. Да, то есть чеснок, коэнзим Q10, чеснок-порошок, коэнзим Q10, арония черноплодная, дигидрокверцетин, бета-каротин, витамин А, биопирин как раз получается. То есть тут состав, конечно, куда круче у этого коэнзима, чем вот у этого. Ну и цена, конечно. Кто-то говорит: ой, цена кусается. А вы знаете, если все зависит вообще как бы от цены, то, конечно, надо 10 раз подумать. Вот, да, к примеру, сколько на 300 рублей положено и сколько на 1000 рублей положено, я вижу разницу. Колоссальную просто разницу. Если раньше я пила эту чернику, да, и зрение все равно подсаживалось, то тут оно восстановилось, ребята. Ну, минус 5 с 4 класса у меня ни туда, ни сюда. Но то, что я стала четче видеть вот эти мелкие буквы, которые мне вообще было уже, они у меня сильно, понимаете, расплывались. Сейчас я их начала четко видеть, и я могу прочитать без очков. Для меня это награда. Вот серьезно. Дальше, значит, куркумин Форте. Это противовоспалительное по всем направлениям. Неважно, вирус, там, не знаю, насморк, сосуды, колени, там, да, артроз, артрит. В общем, от всего пейте. Можно вообще пить на постоянной основе по 2-3 штучки с утра за 40 минут до завтрака, и будете здоровы. Прямо вот прислушайтесь к этому совету. Куркумин – это минимум, что нужно пить. Даже вот вы не знаете, да, там могут быть какие-то воспалительные процессы в кишечнике. Он все подлечивает. Он все подлечивает. Артикул 158-00. Дальше келп – это йод, это щитовидка. Понятно, да, 157-55. Нейропротектор. Его сейчас нет на сайте, но я его пью для памяти. Очень-очень нравится. 158-29 артикул. Иммуномодулятор от чистоты. Тоже пропила. Тут у меня были небольшие проблемы с моим любимым циститом, который меня все время посещает. С артикулом 158-25. Вообще с 19 лет он меня посещает. И как бы я его решила пропить. И вот мы с мужем начали пропивать. Вот уже, как сказать, да, 2 штучки выпили. Тут 60 капсул, на один курс не хватает, но мне врач сказала курса 3 попить, это значит, ну, 6, наверное, таких, 6 или 7, вот не помню точно. Дальше,
женские мультивитамины. Я пропила просто потому, что начал подходить срок. Я их взяла и выпила. Дальше. Кальциум К2. Без кальция в нашем организме, ну, вообще очень много чего. Может хорошего не произойти, а плохого, наоборот, произойти. Поэтому кальций, он участвует много в чем. И тем более он идет с К2, чтобы он усвоился. Да, 157-61 артикул. Дальше. Очень мне понравился комплекс для поддержки костной ткани. Мои весы пикук сказали, что я молодец. У меня костной ткани стало больше. Поэтому прям вижу результат по весам. Ну, а как я еще проверю? Только на весах пикук. Новая версия D3 K2. Шикарная новинка. Конечно, она больше стоит, чем обычный D3. Но все-таки мы перешли уже 100% на него. Артикул 158.09. И дочка наша младшая пьет 10 лет, и дочка старшая, и муж, и я. Дочка младшая пьет по 3 штучки, то есть 6 тысяч. А мы от 23 до 40 мы пьем по 5 в день, если заболели, и по 4 в день. Их пьют строго после завтрака. Они, во-первых, дают энергии много, поэтому D3 это не только противовирусное, но еще и энергетическое, там очень много кальция, и все, что усваивался, должен быть D3 К2. Поэтому 158.09 мы пьем на постоянной основе, перерывы не нужны. Реальные перерывы не нужны, но тоже там есть люди, которые там пьют по 10-15 тысяч в день. Это опасно, как сказал Александр Эйдигер. Если вы вообще D3 K2 никогда не пили, вы можете пить по 6 штук пару месяцев, но потом переходите на 4. Все равно после 2 месяцев. Так, Install Clee, это старая версия антипаразита, мы пропили 2 штучки с мужем, целый месяц пили, но его надо пить 3 месяца, мы его только начали. Так, значит, дальше. Поддержка сна и биоритмов. Боже мой, ребята, это просто штука. Попробуйте, рекомендую. Такое спокойствие, какое-то умиротворение буквально через неделю всего лишь начинается, да, то есть это не так, что валерьянки хлопнул, бац и спать. Нет, это такое пролонгированное действие, шикарное. Так, это для волос и ногтей я уже показывала. Детский витаминно-минеральный комплекс у меня тут Викуська пропила, что-то совсем худая стала. Мы решили пропить, видать, пошла в рост, и ей, ну, мое ощущение, что ей не хватает, надо дать. Вот, и мы решили пропить. Дальше, значит, антипаразит комплекс. Мы всегда пьем и тот, и этот. То есть мы пьем в перемешку. Сейчас новая версия у него идет, так и антипаразит написано. А так, на самом деле, Install Clean написано было на американской еще версии, да, получается. И вот смотрите, сейчас же в России Molecule Force, это мы пьем в перемешку. Одну такую и две таких на ночь. Специально на ночь вместо магния. Да, магний мы пьем через час после завтрака или после обеда, там неважно. Дальше, антистресс. Ох, какая штука классная. Расстроились, выпили, все забыли. Ну, по крайней мере, организму легче переносить стрессы. Вот наш магний, его вообще нет наличия, он у меня уже заканчивается, я не знаю, что делать. Честное слово, 158.01 артикул, магния пока не появилась, а он очень нужен и важен. Я у своего врача спросила, она говорит, на всякий случай, она мне скинула ссылочки, говорит, начнет заканчиваться, если не появится, то придется на сайте там-то все заказывать. Ну, что поделать, потому что мне надо магний и мамам, и папам, и себе, и детям. Я заказываю сразу по 20 штук, понимаете, да, сами, пока тут тем родителям отвезешь, этим родителям, ну, как бы не смешно. Дальше, Selenium Hellat, артикул 158.06. Ой, звонила сейчас своему врачу, кто-то в комментариях напридумывал, что если пить D3 и Selenium, то Selenium выводит D3 из организма. Так вот, если D3 пить с утра, а Selenium пить вечером, такого быть не может вообще в априори, потому что селен — это очень классная штука вообще для организма. Артикул 158.06. Дальше, гастрокомфорт для тех, кто, у кого что-то не так с желудком, или для профилактики тоже очень хорошо. Кстати, гастрокомфорт, гуд флору, поддержку, и ливер, где он? Так, в общем, ливер, гастрокомфорт и гуд флору можно пить все вместе 3 месяца. Не надо их там сначала 3 месяца одну баночку, там 3 месяца другую. Нет, все вместе можно пить. Очень хорошо. Далее, очень мне понравилась поддержка кишечника вот в таком еще виде. Шикарно. Прямо хорошо так животику стало. Приятно. Видать, были какие-то проблемки, которые устранились. Даже не могу понять. Тяжесть исчезла. Покушать поплотнее желание исчезло. В общем, такое какое-то, вот знаете, двоякое мнение. Как-то вот чувствую, что именно с этого. Дальше, значит, кардиосуппорт. Недавно о нем рассказывала. Всегда заказываю первый очередь кардиосуппорт. Вот знаете, даже давление начинается, сердцебиение, там еще что-то, да. У меня хондроз просто. Я его выпиваю, могу выпить 3 штучки, запить стаканом воды, в перемешку с магнием, конечно же, 2 магния и 2 кардио, 2-3 могу выпить, 3 кардио. И ложусь на
колючки на наши акупунктурный массажный валик шеей. И вы знаете, может все пройти и давление не начаться. В большинстве случаев проходит. Вот это очень даже прекрасно. Далее иммуносистем суппорт комплекс, это для иммунитета. И иммуносистем модулятор комплекс, это для модулятора иммунитета. Ну, пока пьете, защищены. Вот особенно в поездках. Это здорово. Самый сильный у нас идет иммуномодулятор Форте. Так, Bubble Detox, это у нас очищение кишечника. Работает наишикарнейше. Рекомендую испытать на практике. Почувствуйте сами вот эту легкость. Без диареи, без всего. Великолепно. Далее, витамин С плюс цинк. Обязательно пьем всей семьей. 158-79. Витамины группы В. А это после еды обязательно пьется. Витамины группы В, они тоже пьются после еды. Ну, что я вам могу сказать? За улучшением настроения это к витаминам группы В. Артикул 158-04. Но чтобы они хорошо усваивались, пропейте сначала антипаразит. Это совет от моего доктора. Дальше. Омега-3 Форте 157-79. Говорят, что если пить омегу-3 Форте, мы ее пьем на постоянной основе, то нужно принимать и антиоксидант, иначе она запустит окислительные процессы. Потом другой мужчина тоже на ютубе сказал, тоже очень мудрый, уже в возрасте, говорит, это чушь, не верьте. Ну, в общем, антиоксидантный комплекс я на всякий случай пью, вы его видели самым первым. Ну и, конечно, наш дигидрокверцетин, пьем его не всегда. То есть сейчас у меня его муж пьет, вот две баночки выпил, я пока не пью. Их тут 30 капсул, можно пить по 2-3 штучки в день или по 1-3 раза в день, всякое разное. Я его пока не пью, потому что я пью другие БАДы, но я его пила месяца 3-4. Действительно, это тоже сосуды, это сердце, это уход вообще в целом за сердечно-сосудистой системой, уход в целом. Плюс тут витамины А, С и Е. Тоже антиоксиданты, очень хорошие. Дальше у нас кетчуп классический, старая версия, его уже нет в наличии. Этого тоже нет в наличии, но я набрала по 15 штучек, ну что очень нравится. Коралловый кальций обязательно пьем. Я не знаю, сколько тут бутылок по 20 литров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, с артиклом 150-30. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Очень хорошая штука, и усвоение кальция, и всего-всего-всего. Дальше. Очень много людей у меня просто подсели вот на этот напиток Wellness. Им понравилось, что он вкусненький, сладенький, выглядит как чай на вкус. Всего 14 порций в пакетике, да, поэтому если выпьет там Антон, хозяйка по дому, Викин-воспитатель, то 3×3 – 9, 3×4 – 12, 3×5 – 15. Ну вот смотрите, на 5 дней хватает одного пакетика, поэтому ух, как полетело, да. Артикул 157-15. Дальше. Кофе «Добрый день», пила, его больше нет в наличии, к сожалению. На сайте его не выпускают. Очень вкусный кофе, потому что он был в перемешку с молотым. Начала пить «Доброе утро». Как-то, вот знаете, не очень-то это мое. Нету уже вот этого молотого. То есть я наливала «Добрый день», то есть клала ложку, заливала полкружечки кипяточком, ждала, пока настоится там минутку-две, и пила. И мне реально очень вкусно, очень нравилось. Хотя есть был осадок от кофе молотого, да, но он был вкусный. Вот этот без молотого кофе как-то вот пустовато даже. 16.048. И он есть в наличии, а вот этот, который мой папа любил, агентство «Зажигайцы» у меня его просили, очень вкусный был. Вот почему-то сняли с производства. Остался только вот этот «Доброе утро». Да, он бодрит, я согласна, он бодрит. Но папе я такое уже не куплю. Он любит кофе, но ему нельзя крепкий кофе, ему 78, начнем с этого, да, и проблемы с давлением прям конкретные. Вот, ну, не знаю, может быть, раз его сняли с производства, может быть, что-то новое будут выпускать, еще вкуснее, увидим, посмотрим. Так, травяной сбор Гидрейн, очень классная штука, с артиклом 157-71, чистит, так чистит, если еще особенно два пакетика, вот за счет коры крушины, это очень сильная слабительная кора крушины. Дальше, значит, травяной сбор Иммунити. Кузька у нас тут попила 157-70, потому что, ну блин, что-то она закашляла, мне не понравилось. Псилиум тоже что-то на сайте нету, у нас последние уже упаковочки уходят, тоже видите, да, Псилиум Wellness Faberlic с артиклом 157-64. Дальше, вот, так, вот столько макарон мы съели, это полезная паста для веса, но мы ее не из-за веса купили. Во-первых, я когда первый раз заказала, сварила, это была просто мега вкуснятина. Во-вторых, я не понимала, почему дешевле, чем в магазине, хотя 400 грамм. А в-третьих, тут идет 4 злака твердой пшеницы, овса, ячменя и ржи. Но это обычные вкусные, классные макароны, особенно если их готовить альденто. И в-четвертых, сейчас нет наличия, все разобрали, хотя написано, что контроль веса. Артикул 158-73, однозначно закажу еще, как только они появятся в наличии.
Так, далее, последнее, что у меня осталось, это теплые леггинсы из хлопка 200 ден. Вскрыла пачку, бомбезные, 81516. Теплые, классные, в них одно удовольствие гулять. И, конечно же, 20 ден. Ну, кстати, на катание с горки они не подходят. Мне тут одна сказала, я одела леггинсы, сказали, они теплые, на них прилип снег, я вся замерзла. Ну, ребят, это леггинсы 200 ден, это не балоневые штаны, на них будет снег прилипать. Так и хочется добавить кицпердыц. Извините, конечно. Дальше, значит, а вот такие колготки я тут носила на фотосессии, эластичные, шелковистые. Очень понравились, постирала, буду еще раз носить. Хороши, не одноразки. А вот так, артикул забыла сказать. Артикула тут и нет. Угу. Ну, в общем, вот такой вот упаковочки 20 ден. Вот. Дальше, значит, вот еще такие колготки я износила. Тут размер 4-5. Очень понравились. Артикул 820-113. Тут вот есть артикул. В общем, супер, мега класс. В общем, будьте здоровы. А у меня на сегодня все. С вами была Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду рада быть полезной.